Закрутки на зиму. Сегодня готовим салат из баклажана. Для салата из баклажан нам понадобятся баклажаны, перец, помидоры, лук. Все берем в соотношении 1:1. Здесь у меня 2 килограмма баклажан, 2 килограмма болгарского перца, 2 килограмма помидор и 2 килограмма лука. Овощи мы все помыли. Помыли помидоры, помыли перец, помыли баклажаны. Теперь что я делаю? Видите, я уже нарезала баклажаны. Я баклажаны нарезаю где-то, ну, толщиной сантиметр. Отрезаю вот эту часть, да, ну, с боков обрезаю просто. И дальше нарезаю где-то толщиной сантиметр на кружочки баклажан. Перец я тоже нарезаю как? То есть я разделяю перец на 4 части и потом разрезаю пополам. Ну вот, один перчик я оставила, чтобы показать, да? То есть я разрезаю, удаляю вот эту плодоножку, выбиваю семена. Вот видите, тут немножко подгнившая, я это почищу. И сейчас на примере вот этого кусочка, он нормальный. Вот, разделяю еще раз так пополам, то есть на четвертинки и на половинки. Вот так я весь перчик чищу. Помидорки у меня маленькие, поэтому я их делю на половинку и на четвертинку. И лук нарезаю полукольцами. Срезаю вот здесь верхушечки лука. Разрезаю пополам. И вот так вот полукольцами нарезаю. Баклажаны я нарезала и сейчас пересолю в первую очередь. Почему? Они должны пустить сок. Пока я буду нарезать остальные овощи, у меня баклажаны здесь пустят сок. То есть что я делаю? Укладываю их слоями, просаливаю. И так все баклажаны укладываю в друшляк и буду просаливать слоями, чтобы вышла горечь, стек сок. Овощи у нас нарезаны. Вот видите, уже баклажаны выпустили сок. Что мы делаем? Мы берем стакан подсолнечного масла, наливаем в разогретую кастрюлю. Так, теперь масло прогревается, и мы весь лук наш обжарим в подсолнечном масле. Ну, ориентировочно 5-7 минут. Затем слегка промываем баклажаны вот от этого сока и добавляем еще один стакан подсолнечного масла, затем баклажаны, перец, помидоры. И оставляем тушиться на 40 минут. Если у вас есть большая кастрюля, то тогда в одной большой кастрюле. Но вот у меня нету такой большой сильной кастрюли, поэтому я разделила на две. Кастрюли в двух, как я уже говорила, вы даете стакан подсолнечного масла, обжариваете лук. Да? А теперь вот я промыла баклажаны и тоже баклажаны пополам так разделю, выкладываю на прожаренный лук баклажаны. На баклажаны выкладываем перец, в конце помидоры, на 40 минут оставляем тушиться. В самом конце мы добавим суммарно на всю порцию 4 столовые ложки уксуса и 3/4 стакана сахара. Одна кастрюля у меня закипела. Вот с момента закипания 40 минут я буду варить. Видите, уже такая пена пошла. Кастрюлька уже кипит, но если надо, можно уменьшить огонь. И я один раз перемешала. Сколько раз помешивать, ну, сами посмотрите по мере надобности. Вот вторая кастрюлька, когда закипит, тоже будет кипеть 40 минут. Как я говорила, в самом конце мы добавляем уксус, сахар и солим по необходимости. Сахара суммарно на обе кастрюли должно уйти 3/4 стакана. И уксуса 60 мл или 4 столовые ложки. Все добавили, выключаем. Салат наш остыл. Мы готовим банки. Как готовим? Очень просто. Промыли банку, соду. Содой протерли банку, прополоснули. Крышки. Вот я кипячу крышки. Сейчас вода закипит, 5 минут прокипячу. Дальше что я сделаю? В промытые банки расфасую салат, накрою крышкой и поставлю стерилизовать. У нас получилось 6 литров салата. Вот, ну немножко еще осталось, это мы так с удовольствием скушаем. Теперь крышки прокипели, я беру две кастрюли, на низ кладу тряпку и ставлю туда баночки. Ну баночки должны по высоте соответствовать друг другу, да, вот заполняем. Затем мы накроем их крышками и нальем воду, где-то, ну вот, до сюда.
Поставим стерилизоваться на 15 минут от момента закипания. Банки залили водой. Закипят 15 минут, стерилизуем с момента закипания. Банки прокипели. Берем ухват. Аккуратненько захватываем банку, так, чтобы не сдвинуть крышечку. Так, захватили банку. Переносим сюда. Вот у меня такая тряпочка есть. Так, теперь вот так вот я придерживаю, снимаю ухват. Вот так вот баночку обхватываю. И сверху проворачиваю по часовой стрелке. И переставляю баночку сюда. Оставили банки на ночь, мы их укутали. Ну, не сильно так, ну, два полотенца я беру. Вот баночки остыли, я их уже перевернула. Все, закрутки готовы. Наши закрутки готовы. Зимой они будут пользоваться большой популярностью.